Меня зовут Тахиров Абиджан, я из Республики Узбекистан, являюсь мастером спорта международного класса. Пришел в топ-дог, чтобы в кратчайшие сроки забрать перстень. Ждите хороших боев. Всем добра, меня зовут Эмин Рахиб, обновленный Эмин Рахиб. И вечером вы увидите мои обновления. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Вблизи заходишь, вот это не ведись, он тебя похлопывает, руки разводит. Вблизи работы. Бей плечом снизу, апперкот. Фейка побольше. Побольше фейка, он на все ведется, слышишь? Он на все ведется.
Второй раунд. Дай. Файт! Тихо. Какая кухня, ты чё? Файт! Еще там! Стоп! Стоп! Клинч, активный клинч, плечи, плечами работаем. Файт! Готов? Так, вперед! Тайм! Файт!
Стоп! 30 секунд. Файл! Стоп! Стоп! Файл! Стоп! В этом боксерском поединке победу единогласным решением судей одерживает Абиджон Арслан Тахиров!